сказал перед конференцией. Так, где моя команда? Так. Вы что на галерку-то ушли, ребята? Тут, а было занято уже все, да? Вы на галерку ушли, было занято? Ладно. Вот, видите, у нас зал уже почти полный. Так. Ой, наши, наши лидеры. Ой, что ты он наделал? Привет всем. Привет всем. Привет, привет всем. Ладно. Всем привет. Всем желания большого стать миллионерами. Всем-всем много биткоинов. Да, много биткоинов, чтобы вы понимали. Ребята, надо много биткоинов зарабатывать. Правильно. Так, кто еще у нас здесь, девчонки? Вы откуда у нас? Приехали с какой командой? Не, ну с города. С Красноярска. Классно, а какая команда вы же? Ну, мы же есть Алина Бондарева. Да-да-да. А у меня команда Сатошки. У меня команда Сатошки, два человека у меня из команды. Отлично. Да. Подожди, а это Анастасия. Да. Ну, а я же Ирина Хамиас. Да, вот она, я тоже. Я вас узнала. Хоть вы и маскировались, но я вас узнала. Еще пообщаемся. Вот видишь как, по фотографии. Так, кто еще у нас? Девчонок еще много. Давайте мы их всех кинем. Подожди, это Алла Мороз, наверное. Вы у нас Алла Мороз? Какая красивая у нас есть лидер Алла Мороз. Смотрите. Алла Мороз. Привет с Израиля. Ирина Хамиас, я с Израиля. Ну, я. Евгения Каневелина. У нас центр Сатошки, мой центр Сатошки. Понятно. Тоже мы растем потихоньку. Даже два человека с собой привела. Классно. Москвичей. Девочки, всем помашите. Всем привет. Обнимаются с Андреем Керимовым. Я тоже хочу с ним сфотографироваться и обняться. Подождите. Андрей Керимов, скажи, пожалуйста, для команды Сатошки несколько слов. Команда с Израиля, Сатошки, центр у нас. Ну, скажу, просто верьте в себя, верьте в то, что вы делаете. И мы будем все миллионерами, ребята. Как Андрюха? И меня заснимем? Ну, тебя обязательно. Это Алла Мороз. Всем привет, ребята. Верьте в себя. Жить, у меня столько желаний, я хочу красивое белье, я хочу то-то-то, пятое-десятое, я хочу быть женой Чубайса. Я говорю, знаете что, у вас очень странные желания, потому что можно и без, даже не быть женой Чубайса, но получить абсолютно все в жизни. Вы слышали, что есть такой замечательный бизнес в интернете, как компания Redex? Девушка говорит, боже мой, что это такое? Ну, в итоге мы с ней просто обменялись контактами, я у нее купила магнитики, и эти магнитики тоже предназначены для наших основателей. И у каждого будет свой, своя тема. Сейчас, секундочку. Андрей, я попрошу вас прочитать. Должен быть сильным, иначе зачем тебе быть, Виктор Цой? Теперь я считаю, да? Думаю, что всегда выбирайте самый сложный путь, на нем вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль. Найти себя невозможно, себя можно только создать. Джонни Депп. Друзья, теперь от имени всех партнеров, которые не смогли приехать, это, конечно же, ну, бывает у каждого ситуация, нужно к этому относиться с пониманием. Но все однозначно партнеры просили лично меня от их лица обнять наших основателей. С вашего разрешения я сейчас это сделаю. Ваша гениальность и за ваш шедевр, который вы создали для людей.